рассада ириса германского Лена М. представляет собой прекрасный экземпляр для украшения любого сада. Его цветки очень нежные и тонкие, а лепестки имеют светло-розовый оттенок и сильно волнистые края. Такие цветы лучше всего сочетаются с белыми, сиреневыми и лиловыми сортами этих растений. Уход за ними довольно прост, а результат превосходный. Если семена не планируется собирать, то побеги после цветения лучше срезать. Полив нужен умеренный, чтобы корни не загнивали от переувлажнения. Сорт ириса германского Лена М. мало подвержен заболеваниям и поражению вредителями. Ирис германский Лена М. это травянистый высотой 70-80 см. Цветет растение в месяц май-июнь, аромат у цветов слабый. Сорт относится к классу бордо-бирдок, бордюрные бородатые ирисы. Окраска стандартов светло-розовая, окраска фолов розовая с белыми сигналами, гофрированный, окраска бородки красно-оранжевая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 11-12 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.